Динамо в своей атаке шайбу теряет. Метеор 1-1. Выход смотрим. О, какой гол! Шикарный гол забрасывает Метеор. И его автором становится Иван Кутин. Потрясающий момент. Вот за что мы любим хоккей. Перехватили, отдали передачу и 1-1. Великолепная реализация. Мастерски переложил буквально в доли секунды и под перекладину с неудобной вынимать. Степан Резвый уже второй раз он из хорошей позиции бросок мимо ворот наносит, а здесь все разыграли изумительно хоккеисты Локомотива. Отличается. Не удалось мне рассмотреть либо Михаил Туманов, либо Степан Резвый. Но основная заслуга в этой шайбе на счету Виктора... Нет, прошу прощения, либо Костюк, либо Резвый. Но основная... Здесь опасный обрез, и могут сейчас пытаться шайбу забросить спартаковцы. Були дает здесь арбитра. Вот это очень интересно. Да, очень. Дыхание у него участилось. Ну что ж, посмотрим, как Зинченко его исполнит. Сейчас никто ему мешать не будет. Соответственно, кроме Валерия Никонова, поехали. Зинченко подхватил шайбу. Будет и бросок Зинченко прямо под перекладину. И раз здесь, конечно же, Андрей Зинченко. Вот теперь действительно можно выдохнуть спокойно. Все грудью принимает там поздравления. Вот своих партнеров. Здесь еще тот момент, когда может и Глухов поучаствовать в этих обнимашках. И бросок дальний. К сожалению, для защитника Метеора попала шайба нападающего Динамо. И убегает Динамо 2 в 1 в контратаку. И великолепный розыгрыш меньшинства. Убежали вдвоем и забрасывают свою шайбу динамовские игроки. Ну все, наверное, сделал здесь 11 номер. Макар Маслов блестяще просто принял на себя и поддержал этот порыв Владислав Еус. За последним держал клюшку на льду и